С завтрашнего дня масочный режим вводят по всей России. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Роспотребнадзора. Со среды все россияне обязаны носить маски в общественных местах, транспорте и даже на парковках и в лифтах. Это необходимо, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. Особенно в сезон ОРВИ и гриппа. Также Роспотребнадзор рекомендует региональным властям запретить все развлекательные мероприятия и работу кафе и ресторанов с 11 часов вечера до 6 утра. Добавлю, что подобные меры уже действуют в нашем крае.